Доброе утро, с вами Антонина Брылькова, и сегодня 8 августа 2016 года. Я несколько дней делала зарядку на балконе, и сегодня вышла на пробежку. Ноги мои тем самым временем отдохнули. Сегодня я бегала, но могу сказать, что по сравнению с зарядкой на балконе, пробежка бодрит в 3 раза лучше, больше, да? Сегодня понедельник, поэтому я желаю всем плодотворной недели. Ставьте цели и идите к поставленным своим целям. Обязательно следуйте по своей заданной траектории. Никогда не отступайте. Если будут какие-то преграды, обязательно преодолевайте их. Безвыходных ситуаций не бывает. С вами была Антонина Брылькова. Всех люблю, целую, пока-пока.